Запасних і Антуан Майоров, помощник Пундуса, подача. Удар і виходить наперед Новополоцький Нафтан. Так, ось бачите, було у нас 8. 8 вуглових. Все, чекаємо і поглядимо. Да. Трапив у вугол, звісно. Там, напевно, Селінський не доглядів за ним. Разом там был с Томелом так само побач и Пашевич. Ну и никто эту позицию его не выиграл. Далекий в угол мяч пошел. Там, конечно, у Станислава Клещука ни одного шанса.